Сейчас попробуем. Что-то очень вкусное приготовить. Смотрел часто. Ой-ой-ой-ой. Оливковое масло. Попробую обжарить макарошки. Тут сейчас пожарим помидорки. Посмотрим, что получится. О, макарошки обжарил. Сейчас добавлю сюда сосискончики. Так, тщательно сейчас все перемешаем. Сейчас тут пожарю эти помидорчики. Так, давай помидорки прожарю. Вот тут жареные макароны с колбаской. Добавим сейчас сюда 400 грамм сливок. И сейчас закроем на полчаса крышкой на медленном огне. Они проварились, макарошки и сосиски сливков. Так, вот теперь помидорки. Так, а теперь сверху замнем омлетиком. Вот, и поставим на медленный огонь. Жарится, да? Варится, тушится. Блин, сейчас жена придет. Я за свинья тут готовила. Блин. О, пока снимал для дочки видео, тут уже кто-то пришел и мой омлет уже стырил. Я сейчас еще надо что-нибудь такое вкусненькое подложить. Теперь посолить еще немножко травками всякими. Ну что ж, за это меня убьют. Всем приятного аппетита!